5 казик, пока находишься в бане. Не так много, но зато денег заработаешь. В смысле, так я еще каждый день делаю казик. Время, которое я бы сидел сейчас, ничего не делал, я просто заработаю денег, вложусь в какой-то бизнес в Дубае и все. И не буду зависеть от казино. Возможно, когда меня разбанят, мне не надо будет вообще ни казик, ни хуя, ни реклама, ничего. У меня будет пассивный доход и все. Я не хочу сидеть, ныть, тильтовать сутками, блять. Опять сейчас нахуй жрать, как мразь, начать. Нахуй все это сладкое, все жирное, опять растолстеть, как блевотина. Я буду сидеть, зарабатывать бабки. Плюс пацаны еще кайфуют с казика, очень многие. Так что вообще охуенно.